Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Александру. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свой биополе на период сеанса. Она как распятая висит на какой-то конструкции. Голова на бок. Хорошо, она меня слышит, Александра? Не очень. Не очень. Хорошо. Давай тогда разбираться, что у нас там стоит. Конструкция, ты сказала, да? Да, как крест. Хорошо, я даю команду. На счет три сканер отключает эту конструкцию полностью. До последнего чипа датчика, импланта и конвектора полностью отключается, выходит и идет в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Да, вышло. Хорошо. Что еще видно? Посмотри. Что будет мешать? Но в ней какой-то червяк есть, который выпался из ее физического тела. Но его не видно пока. Она сейчас руки трет, запястье и плачет. Все, моего намерения, этот червяк идет в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Да, жирный это червяк. Он ей не давал думать, как червяк сомнений. У нее страх постоянный в голове. Хорошо. Она боится жить, боится спать. Выстраивает этого червяка канал к ответственному, притягивая в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть, стоит в клетке. Демон. Считает цифру демона над головой. 18. Хорошо, 18 герцовы. Ну что, хотел встретиться? Встретились. Хотел утащить раньше встречи. Да нет. Это вопрос то, кого куда вот утащит. В моих руках появляется энергия царя Соломона. Да, будет так, а так и есть. Ну ладно, ладно, не шути так. А я не шучу. Бельзевул ее попробовал. Ты не понимаешь, куда ты попал, паразит? Если у тебя нет, если у тебя нет контракта, я тебя сожгу сегодня. Ты человека хотел отправить, забрать к себе, затащить, да? Хорошо. Получишь сегодня возвратку. Должок у нее имеется. Ну вот будем разбираться. Эта энергия царя Соломона входит в меня. Хорошо. Итак, Александра, вы меня слышите? Слышит. Вы даете нам разрешение на работу? Она говорит, да, даю, я так устала. Хорошо, сейчас будем разбираться. И я даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой Александры под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии воздействия. От этого выстраивается канал, ведущий в клетку тюрьмы, ответственный за эти подключки воздействия энергии, притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Александры, находит все. Арахноид. Гуманоид. Это его крест. Хорошо. Поехали инсектоид дальше. Инсектоид у нее. Инсектоид, а там больше никто и не выживет. Хорошо. Откуда гуманоид? Сириус. Сириус. Отлично. А ну, просканируй его. Снимается похож. Конечно. Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает в первозданном виде согласно своему эфирному коду. Если это робот, загорается красный маячок. Выстраивая от этого гуманоида канал к другим ответственным, с кем он связан, и притягивая в клетку тюрьму, становится моими заложниками, где бы ни находились. Да, будет так, а так и есть. Фу, ящер какой противный. А что он? Старый. Агрессирует? Нет, он старый какой-то. Хорошо. У нас нет. Это чернотой наполненный. У нас нет скидок для пожилых ящеров. Считай цифры над головой этого паразита. 1003. 1003. Больше никого нет? Нет. Давай я прочитаю. Конструкция. Крест, червяк, сомнений, демон 18 герцовый, арахноид, робот, гуманоид, сирю, робот, гуманоид, ящер 1003 и инзектоид. Да. Хорошо. Отлично. Я спрашиваю у всех, у кого есть контракты с я Александрой. У демона есть. Кроме демона еще есть кто-то? Нет. Хорошо. Поехали дальше. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. У вас есть три попытки ответить на мои вопросы. Если вы меня будете обманывать или не отвечать на вопросы, вплоть до уничтожения в галактическом ядре. Без разговоров.
Я даю команду тонкой копии Александры спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Александре. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Да и энергии немножко, немедленно так все идет. Подхожу сейчас к Александре и даю ей 100% энергии. Пошел поток. Она говорит, вы меня избавите от них. Конечно. Уже избавили. Скоро почувствуешь. Я очень-очень от них устала. А мы сейчас с ними будем разбираться. Я скажу вам, Александра, у вас сегодня будет уникальная возможность. Вы можете сказать, что с ними сделать. Вы вправе даже уничтожить их, если они находятся без вашего разрешения в вашем биополе. И тот, кто вам причинил самую большую боль, вы в состоянии дать и этот откат. Вы хотите это сделать? Пока не знаю, как правильно поступить. Ей сейчас пока трудно, у нее мало энергии. Давай закончим реверс, потом поговорим. Она показывает на этого червяка. Да. И на демона. Она говорит, что он с детства ходил со мной, напоминая. Понятно. Скажите, а почему он? Какой у вас контракт с ним? Вы в курсе? Какой у вас там долг перед демоном? Вы его просили о чем-то? Обманула в прошлом воплощении. Пока нет больше информации. В прошлом воплощении обманула демона. А другие расслабилась, как размазня расползлась. Это не страшно. Все начинается с момента осознания. Если вы это уже понимаете, то значит уже хорошо. Как у нас с реверсом? Что возвращается червяку? Посмотри, Вера. Туман черный. Хорошо. Демону что идет? Ну, идет ему физическое. Он забирал у нее силы физические. Хорошо. Внушение. И что идет ящеру? Посмотри. Через конструкцию, через гуманоида, робота. Энергия ящера. Коричневая. Сама конструкция, но коричневая. Хорошо, ящер. Ну что, на каком основании, паразит, ты находился в этом биополе? И как долго? Два вопроса. Он недолго. 10 месяцев. А почему зашел? Энергии ему нужны. Хорошо, я тебе сегодня дам такую энергию, она тебе понравится. Появляется в моих руках живая плазма. Вот это я тебе сегодня засуну в рот, в твою пасть. За то, что ты зашел в биополе этого человека. Ты хотел энергии, ты их получишь. Он говорит, что она безвольная, а мне нужны ее энергии. Хорошо. Посмотрим, насколько твоя воля сильна против этой живой плазмы. И что долетит до твоей чистоты. Реверс закончился. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Александра забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Александра себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Сколько инзиктоид находился в биополе? 1 год и 2 месяца. Инкубатор есть? Устанавливает. Хорошо. Арахноид, сколько находился в биополе? 4 года. Демон, сколько ты находился в этом биополе? А демон не находился в биополе. У него червяк. А демон сидит на окне в доме. У него кровать рядом с окном. Там портал. Он постоянно за ней наблюдает. У нас нет заказа на чистку квартиры? Есть. Есть. Хорошо. Это где 3 кошки? Хорошо, демон, все, закончилось твой отпуск. Контракты будут аннулированы. Он говорит, что это не отпуск, это работа. Ой, я тебя прошу, твоя работа. У тебя, кстати, есть сейчас время рассказать мне, о каком должке идет речь. Начинай. Обманула она меня. Когда это было? И где? Какие были условия договора? Показывает Вера? Да, он показывает. Это была Франция, 1625 год. Он ее приблизил к королю. Она была женщина красивая, хотела быть фавориткой. Договор был такой, что через нее демон будет властвовать.
Где и когда он властвует? Указы будет давать через нее королю. Да ты что? Может, на короля подметил? А так что? Она просила. А, вот как, хорошо. То есть ты сделала ее фавориткой, а она, как она тебя могла обмануть, объясни мне. Дура, убежала с простым. Но она показывает, как это музыкант, он играет на чем-то. То есть она ушла с музыкантом и не захотела быть фавориткой короля. Правильно я понимаю? Да. И в чем... Она, кстати, счастливо жила с ним. Хорошо. Очень радостно. Ну и в чем здесь обман, я не пойму. Что ты ей пообещал за это? Я отдал ей то, что она просила. А что она просила? Фавориткой она была. Ну, а как насчет права свободного выбора? Контракт заключила, получила с моей стороны. Ага, условия хорошо. Были выполнены. Угу, понятно. Как контракт заключался? Пошла информация. Магическим путем. Заклинаниями вызывался. Значит, она произносила эти заклинания или она кого-то просила? Зажигала. Записочки? Сама делала. Сама делала, понятно. Определенные манипуляции с заклинаниями. Все понятно. И в этой жизни ты решил ей отомстить, да? Не отомстить. А как? Должок вернуть. А какой должок в твоем понимании? Душа. Чтоб с тобой шла вниз, да? Да. Я думаю, она не хочет вниз уходить. И не хочет этот контракт. Поэтому мы сегодня все это будем расторгать. Единственное, что, демон, я тебе могу предложить в этом случае пару вещей. Могу тебе отдать все лярвы, которые находятся в ее биополе. И в дополнение могу отдать еще эмоциональный фантом с этими энергиями. После этого я буду переходить к расторжению контракта и чистке ее квартиры. Я буду сжигать и закрывать все порталы, которые в ее доме находятся. У тебя есть выбор. Или присутствовать при этом, или получить то, что я тебе предложил, и присутствовать при этом, или уйти голодным на свою чистоту по окончании первого или второго варианта. Но могу еще негатив собрать в квартире, если ты там главный. Больше я мне... главный. Хорошо, больше у меня к тебе нет никаких предложений. Но это все, как говорится, после аннулирования контракта. Подумай, скажешь мне свой ответ. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился давно. Хорошо, начинаем с инсектоида. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор по конструкции полностью, ничего не забывай. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Он собирает там жидкость лишнюю, он ее выводит. Инкубатор есть, но он пустой пока. Кто еще присутствует в квартире из тех, кто в клетке? Арахноид? Арахноид присутствует. Хорошо, арахноид, забрал, значит... жидкость. Демон, еще кто? Все. Все, хорошо. Инсектоид забрал, выходит арахноид, собирает все, что он оставил в биополе, всю паутину, все свои иголки, все вытаскивает. Никаких следов, чтобы не было. Приступай, арахноид. Паутина вокруг головы вниз полностью идет. Она как обесточенная, ни энергии не поступает. Это от арахноида? От всех. Арахноид сверху закрывал энергию. Участник организованной преступной группировки. Паутины у него много. Хорошо. Я бы сказала, накидка у него сверху с паутины. Забрался. Идем дальше. Даю команду сканеру просканировать сейчас Александру на чистоте ящера, робота-гуманоида и конструкции. Если что-то еще осталось в биополе Александры, на этой чистоте все это выходит безболезненно. Пошло сканирование. Сканер помогает, отключает полностью, выводит из ее биополя. Да, у нее в сердечной чакре как тарелка какая-то коричневая. Вытаскиваем эту тарелку, хорошо. Все вышло? Он своей энергией на ее менял. Хорошо, сейчас заберем. Вышел этот диск? Да. Выстраиваю к этому диску от Александры прямой канал. И реверсом отдаю в этот канал из сердечной чакры все негативные патогенные энергии, эмоции, вибрации, программы, все, что она получила через эту подключку. Мощный поток пошел. Угу. Его частицы ящера какие-то. Отлично. Готово. Хорошо, установили фильтры золотой сеточки на все каналы реверсом. Забираю из этого диска все, что на чистоте Александры находится. Забираем назад по праву. Пошел поток. У нее энергия возвращается, родные энергии выходят.
Вот. Стержень. Мы и ждали. Дух. Готово. Значит, на чистоте ящера все вывели. Демон остался. Ну что, демон, что-то осталось-то на твоей чистоте в биополе? Ну, у нее от ног идут привязки к нему, контракт это. Понятно. Хорошо. Значит, тогда перейдем сразу к аннулированию контрактов. Александра, вы готовы аннулировать контракт с демоном? Да, готова. Повторяйте за мной. По закону свободы воли души и свободного права рода, дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, а активные подсвечиваются. Вышли. Активный один? Да. Хорошо, Александра, повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю, что пошел возврат энергии, если такова есть. Есть. Жизненная искра есть. Вот, забираемся назад. Или искра жизни. Вышла энергия, она растекается по ней везде, с середины тела, по рукам, по ногам. Желание жить, двигаться. Почти 400 лет прошло. Готово. Хорошо. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Аннулированы. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ну что, демон, на каком основании ты находишься здесь? Есть у тебя контракты, договоры? Были. Хорошо. Предлагаю тебе сейчас посмотреть, осталось что-то в биополе Александры или нет на твоей чистоте. Я как фантомная оболочка из-за его энергии. Выходит, сила моего намерения, это фантомная оболочка и становится перед Александрой. Есть. Открывая под ней портал в галактическое ядро, оболочка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. У нее вот эта жизненная энергия, как сила духа, вернулась. И она просит разрешения сжечь этого червяка сомнений. Безусловно. С удовольствием. Сейчас рассинхронизируемся, и я дам команду. Вернее, вы сами дадите команду, я вам скажу, что нужно сказать. Она говорит, что я сейчас понимаю, что все они, никто перед моей силой духа и силой воли. Все верно. Как можно было их бояться? Не знаю. Рассинхронизация закончилась. Отлично. Включаем внутренний белый свет Александры 1, 2, 3. И этим внутренним белым светом Александра выдалит из себя все негативные и патогенные низковибрационные остаточные энергии, которые остались на частотах интерферентов и их подключики своего биополя 1, 2, 3. Пошел свет. Выдавливает все эти энергии. Они формируются в шар перед Александрой. У нее вышли окончательные сомнения, которые до этого она не отпускала. Хорошо. Готово. Большой шар? Нет. Открывается портал в галактическое ядро, и этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Даю команду сканеру, команду на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, Александра. Вы хотели с этим червем разобраться? Да, и не терпится. Тогда повторяйте за мной. Силой моего намерения этот червь сгорает в пепел. На счет 3. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Она говорит, силой моего намерения выставляет как-то руку вперед, и от нее энергии идут. Отлично. Пусть родными энергиями сжигают. И она показывает это демону и говорит, что с тобой будет то же самое, если еще раз приблизишься. О, демон, я бы серьезно принял это предостережение. Она таки сделает. Сожгла на червя? Да. Открывается портал в галактическое ядро, червь уходит на переработку. Вернее, его пепел. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахнует. Я тебя сейчас отпущу в квартиру. Ты соберешь все, что ты там оставил. Будешь дожидаться меня. После этого я проверку сделаю и отпущу тебя на твою чистоту. Тебе понятно? Да. Открывается на 4 портал в квартиру Александры 1, 2, 3. И арахнует уходит в этот портал. Дожидается нас. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инсектоид готов уходить? Готов. Больше не приходи. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, у нас остался ящер, который установил эту конструкцию.
в виде креста, потому что ему нужны были энергии. Ну что, ящер? Сейчас спросим Александру, что она хочет с тобой сделать. Александра, что вы хотите сделать с этим паразитом, который находился с роботом-гуманоидом и распял вас? Практически. Вы находились как на кресте. Вы хотите ему вернуть всю свою боль? Хочу. Хорошо, давайте сделаем так. И я даю команду. На счет три эта конструкция устанавливается в ящера. 1, 2, 3. Перепрограммирую эту конструкцию силой моего намерения на ток энергии до 80%. И выстраиваю канал напрямую к Александре, от Александры к ящеру. И Александра сейчас сконцентрируется полностью на всех своей боли, которую она получила от этого паразита и этого гуманоида. И на счет три мощнейшим потоком вернет ему эту боль до последней частички. 1, 2, 3. Пошел мощный поток боли назад. Испытай, ящер, включая конструкцию. Потоком изнутри бьет. Хорошо. Под гуманоидом роботом открывается портал в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Все, до последнего микрона, до последней частички боли возвращайте ему назад, Александра. Пусть он прочувствует за минуту все, что он за 10 месяцев вам дал. Она смеется, говорит, хватит, а то еще сдохнет здесь. Мы его утилизируем, если сдохнет. Хорошо. Отлично. Значит, у нас остался червяка, больше нет. Конструкция в нем стоит. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи, отключи его, его током бьет изнутри. Даю команду на 4, эта конструкция выходит из биополя ящера, идет в соседнюю клетку. Готово. Ну, любитель, я думаю, ему приятно будет свою родную конструкцию в себе ощутить. Под конструкцией, открывая портал в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, Ли, посмотри, пожалуйста. Был еще гуманоид-робот и эта конструкция. Роботов не уничтожайте, они через них подключаются к другим. Ящера заберем. Хорошо, в следующий раз, если увижу гуманоида робота, не буду отключать. А ты через ящера можешь еще вытащить его? Могу, но через робота проще. Было бы лучше, проще. Понял, благодарю тебя за информацию. Готово, забрали. Хорошо, у нас демон остался. Ну что, демон, я тебе предложил вариант. Хочешь лярвы получить? Есть там лярвы, посмотри. Что мне остается? На голове лярва. Хорошо, выходи, забирай эту лярву. Разрешаю тебе ее забрать. Готово. Эмоциональный фантом хочешь? Хочу. Выходит эмоциональный фантом Александры и проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкую аббрационную эмоциональную энергию и эмоциональном фантоме. Вышел фантом темным цветом. Александра, готова расстаться с этими энергиями? Готова. Сворачивайте энергии в шар. Демон забираешь? Давай. Отправляю демону. Есть. Хорошо, демон, кто еще в квартире, кроме тебя, на твоей частоте? Бес или черт? Бес. Это он кошек мучил? Сам у него и спросишь. Хорошо, я же не просто спрошу. Я тебя сейчас отпускаю в квартиру. Собери все, что ты там раскидал. Дождись нас. После этого ты мне или бес, кто угодно, если кто там у тебя в подчинении, покажет мне все порталы, я их закрою, после этого соберу весь негатив, если хочешь, могу тебе его отдать. Отдашь мне. Это просьба или это утверждение, или что это? Ты хочешь этого или нет, я спрашиваю? Да. Хорошо, тогда говори так, чтобы я тебя понимал. Открывается портал в квартиру Александра, 1, 2, 3. Демон уходит в этот портал, дожидается нас. Готово. Хорошо. Клетка пустая или что-то осталось? Пустая. Поехали дальше. По частотам. Сила моего намерения, да, будет так, а так и есть. Прочитала она? Да. Хорошо прочитала? Есть намерение? Да, она хорошо прочитала. У нас ее куратор в комнате. Отвлекает меня. Ей идет много информации. Я прошу куратора подождать, пока мы закончим. Приветствуем куратора. И кресло появляется, куратор присаживается. Хорошо, идем дальше. Переходим к процессу активации идентификации души. На счет три запускаем процесс. Пошел процесс. Ангел она. Ангел. Замечательно. Поехали дальше. Крылья расправила, энергия у нее. Пошли, да? Ангельские открылись чакры, перетекают.
С чакры в чакру перетекает. Ну, вот и хорошо. Еще один ангел освободился. Хорошо, Александра, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Волшебно себя чувствую. Я давно так себя не чувствовала. Уверенность и знание, кто я, дает мне огромную силу. В эту комнату диагностики пришел ваш друг, ангел. Мы приветствуем. Да, я вижу ее. Мы приветствуем. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. И я танцую, трепещу от радости. Мое имя Элита. Элита. Мы приветствуем вас, уважаемая Элита. Мы знаем, у ангелов это всегда праздник, когда один ангел освобождается. И нам очень приятно было приложить к этому руку. Благодарю вас, что вы достучались до своей подопечной. Именно за этим я здесь. Сказать моей подопечной, что она забыла, зачем спустилась на землю. Жизнь — это самое важное, что есть у души. Жизнь и опыт. Встречи, решения задач, воспитание детей. Лишив себя жизни, ты можешь оставить своего трубадура одиноким, погубив его судьбу и судьбу своих будущих детей. Я хочу попросить тонкую копию и всех, кто может повлиять на физический биоробот, дослушать до конца и услышать мои слова. Именно за этим я здесь сегодня. Благодарю вас за это освобождение. Уважаемая Элита, благодарим вас за эти теплые слова. Мы знаем, как это важно и для самой души Александры, тем более для ее друга-куратора, наставника, тем более здесь ситуация такая. Позвольте нам, еще один нюанс остался. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Мы спрашиваем разрешение уважаемой Элиты передать ей этот скромный подарок в знак благодарности за ее совет, на добрые воспоминания об этой встрече. Ох, какой приятный подарок. Я поясню. Мне вдруг пришло в голову, что это может быть непонятно. Трубадур — это тот, кем она сбежала и жила счастливо в прошлой жизни. Во Франции. Совершенно верно. 1625 Они год. Они спустились вместе на планету Земля, чтобы продолжить свой прекрасный опыт в этом воплощении. А теперь благодарю вас за внимание и за этот прекрасный подарок. Передаем привет ангельскому миру. Мы рады всем кураторам, которые достучатся, приглашаем всех. По мере сил мы поможем каждому открыть двери, избавиться от этих сущностей и начать новую жизнь. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч, уважаемая Элита. Возможно, у Александры еще появятся вопросы, которые она хотела бы вам задать. В этом случае мы обязательно вас пригласим. Я очень надеюсь, что после нашей встречи и этой замечательной чистки Александра будет чувствовать свои сильнейшие энергии и силу духа. И даже, может быть, наладит связь со мной, чего бы мне очень хотелось. Благодарю. Я также хочу заметить, что я подзарядилась энергиями Арго в вашей комнате. Замечательно, очень. Что совершенно приятный бонус, неожидаемый. Очень хорошо. Значит, вы в правильном месте. И мы в правильном месте. Благодарю. Поэтому благодарю вас, Элита. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Александра. Будем вас возвращать назад. Вы услышали слова вашего куратора. Вам придется несколько раз прослушать этот сеанс и прочувствовать эти энергии, которые передал вам ваш друг. У ангелов называется друг, а не куратор. Мы очень надеемся, что вы останетесь чистой и в дальнейшем станете на тот путь, который очень бы хотел вас увидеть ваш куратор. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Александры в систему биоробот-душа.
заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Не отключаясь от объекта.